наш бурятский красавчик. Опять 101, тот же 53, 228. Все, если будет хорошо сегодня, страховку уже утром сделал на эту машину. И на НН все получили мы от клиента. Они, скорее всего, приедут на поезде. Вот, то есть документы будут после обеда по ним. И все, на следующей неделе уж мы их ждем. Так что, я так думаю, документы будут готовы, машина будет готова. Будем ждать только их. Вот примерно вот так. Вот такая вот картина. Бодро. Очень бодро выглядит, друзья. Выглядит и будет выглядеть.